сверим часы, дамы и господа. 18 часов в столице Иордании, в городе Аммане. Я предоставляю слово директору Российского центра науки и культуры Вадиму Игоревичу Зайчикову. Дорогие гости, дорогие друзья, рад приветствовать вас в Российском центре науки и культуры в Аммане. Сегодняшний праздник, как говорится, торжественно, но со слезами на глазах. А именно в этот день отмечается День воинской славы России, день полного освобождения советскими войсками города Ленинграда, блокады его немецко-фашистскими войсками. Этот праздник был установлен 13 марта 1995 года. Но отмечается гораздо дальше. Хочу сказать несколько слов о значении этого праздника для нас. Блокада стала синонимом мужества, одним из самых страшных слов войны. А блокада – это синоним 872 дней жизни и смерти жителей города на Неве, оказавшихся в кольце фашистской дивизии. Это 872 дня, когда, кажется, не осталось ничего, ни снарядов, ни воды, ни сил. Ничего, кроме надежды, даже не выжить, не сдаться, не сдать врагу любимый город. Обыкновенные герои, ленинградцы, которые всем смертям назло спасали коллекцию Семен Вавилова, которые под бомбами шли, чтобы слышать седьмую симфонию Шостаковича, которые, обессилев и ослепнув от голода, тушили зажигательные снаряды на крыше Эрмитажа. Сегодня и всю эту неделю наша большая страна будет вспоминать подвиг ленинградцев, отмечать эту великую дату. Сегодня представительство Россотрудничества в Иордании поступило письмо, приветственное послание губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Оно обращено ветеранам, жителям Ленинграда, более судеб, оказавшихся за границей. В Иордании нет ленинградцев, санкт-петербуржцев, но я все равно хочу озвучить это обращение, это поздравление, чтобы показать, как относятся современные петербуржцы к своим дедам, отцам, насколько они благодарны за их вклад в дело победы. Дорогие друзья, дорогие ленинградцы, сердечно поздравляю вас с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мировая история не знает подвига, равного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. На вашу долю выпали немыслимые испытания. Голод, холод, бомбардировки и артобстрелы, горечь потерь близких и родных людей. Но вы явили миру силу человеческого духа, которая стала непреодолимой преградой для врага. Благодаря вам наш любимый город выстоял и победил. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых присвоено высокое звание «Город-герой». В этом символ признания героизма защитника блокадного Ленинграда, всех ленинградцев. Мы свято храним память о тех, кто отдал свою жизнь за ленинградскую победу. Наши сердца наполнены безмерной благодарностью ветеранам за то, что спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить и трудиться во имя его процветания и величия. Блокадники, участники обороны Ленинграда, живут сегодня не только в родном городе, но и во многих других регионах России, в других городах и странах. Всех вас объединяет великое блокадное братство. Ваша жизнь – образец мужества и стойкости, пример гражданственности и патриотизма для молодого поколения. Желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья, добра и благополучия. Искренне ваш Георгий Полтавченко. Поздравляю всех с сегодняшним праздником и хочу передать слово директору школы и посольства России Владимиру Викторовичу. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Действительно торжественный и в то же время грустный момент объединил нас сегодня в этом зале. Мы вплотную соприкасаемся с историей нашей Родины. Именно сегодня, 27 января, вместе с городом-героем Ленинграда, вместе с ленинградцами, мы отмечаем
70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Но никогда в нашей памяти не сотрется подвиг жителей этого славного города. Город над вольной небой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душе. Из прекраснейших и красивейших городов мира. Именно ему предназначалась участь первого советского города, который будет захвачен гитлеровскими войсками. Вот что гласила секретная директива 1601 немецкого военно-морского штаба. Называлась эта директива о будущности города Петербурга. А 22 сентября 1941 года. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города. На начало войны, на начало блокады в этот город еще никогда не ступала нога захватчика. Ленинградцы готовятся сражаться. Формируются отряды народного ополчения. Наши войска принимали неравный бой. Они вступали в бой и гибли. Гибли, чтобы хоть ненадолго остановить наступление врага. И главное – выиграть время, создать оборонительные рубежи. Здесь, на строительстве последнего рубежа обороны, работали ежедневно около 500 000 человек. Эти люди верили в скорую победу и отказывались покидать город. В городе объявлено военное положение. На передовую можно проехать на трамвае. Все готовы сражаться до конца. Сентября 1941 года. Первый воздушный налет. 6000 бомб обрушилось на город. 6000. Самолетом сбрасывались и листовки с издевательским текстом. Сегодня мы будем бомбить, завтра вы будете хоронить. Так начались испытания, испытания которых не знал еще мир. Испытания, при которых умереть было легче, чем остаться жить.
Но несмотря на это, город продолжал держаться. В сентябре 1941 года фашисты прорвали оборону, перерезали железные дороги и вышли к Ладожскому озеру. Кольцо блокады замкнулось. Сталин направил в Ленинград Георгия Константиновича Жукова. Положение было критическим. Немцы с передовой видели шпили и купола соборов. Жуков собирает все резервы, снимает с кораблей моряков. Собрав около 50 тысяч бойцов, он наносит контрудар. «Выстоять или умереть», — приказывает он. Как можно допустить врага в Ленинград? Как представить Россию без Ленинграда? Обстрелом. Части противовоздушной обороны делают все, чтобы отражать налеты. Им помогают 60 тысяч добровольцев из групп самозащиты, мужчины, женщины и дети. Защитники ведут сильный заградительный огонь, поэтому жертв артобстрела меньше, чем можно было ожидать. Шла зима 1941-го, на редкость суровая. Замерз водопровод, за водой стали ходить на Неву. Кончилось топливо, стал транспорт. Дороже всего в городе были самые обыкновенные дрова. В осажденном городе начался голод. Самое страшное испытание. Грамм хлеба из целлюлозы и мельничной пыли. Это блокадный паёк. Ели лепёшки из клея, поджаривали на олифе. Более 600 тысяч человек погибло от голода в блокаду. Умирали на улице, дома, на работе, в подъездах. Хранить не успевали. Невозможно передать страдания ленинградцам. Они не только старались выжить, они работали. Как голодные, без сил люди могли работать, это навсегда останется непостижимой тайной. Этих людей, простимся с ними, почти никто из них не вернулся.
Чудовищные испытания не сокрушили волю ленинградцев. Они не просто существовали, они жили, надеялись, творили. В блокадном Ленинграде композитор Дмитрий Шостакович создает свою самую знаменитую седьмую симфонию, и она впервые исполняется в осажденном городе. Стихами Ольги Бергольц. Я говорю с тобой,
под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. Я никогда герой не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила. И не хвалюсь я тем, что в дни блокады не изменяла радости земной, что как роса сияла эта радость, угрюмо озаренная войной. И если чем-нибудь могу гордиться, то, как и все друзья мои вокруг, горжусь, что до сих пор могу трудиться, не складывая ослабевших рук. Горжусь, что в эти дни, как никогда, мы знали вдохновение труда. Наконец пришла весна. Весна 1942 года. Вместе с радостью была тревога, потому что ждали эпидемий. Но, к счастью, эпидемии не было. Город пробуждался. Вот пошел первый трамвай. Видение из какой-то другой жизни. Конечно, это еще не была жизнь, но все-таки. Все на борьбу с голодом. Прямо в центре Ленинграда возникают огороды. Не пустует ни один клочок земли. Геббельс заявлял, что город мертв. А в блокадном городе футбольный матч. Такого еще мир не видел. Дети, главные мученики Ленинграда, дети-сироты, они обречены всю жизнь мысленно возвращаться к страданиям тех дней. Символом великого детского горя стал дневник Тани Савичевой, девочки из тех страшных дней. Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня. Дядя Вася умер 12 апреля в 2 часа ночи. Лёха умер 17 марта в 5 часов утра. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра. Савичевы умерли все. Осталась одна Таня. Потом умерла и она. Не сломлен суровой войной.
многие города, многие страны на земле исчезали, превращались завоевателями в прах. В России есть памятники, символы непобедимости. Один из них – город-герой Ленинград. Но только пленные немцы. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта под командованием генерала Воронова и войска Волховского фронта под командованием генерала Мерецкого после тяжелых и продолжительных боев наконец соединились и пробили коридор между Ладожским озером и Ленинградом. Блокада была прорвана. И 2-го Прибалтийского фронтов перешли в наступление 27 января, ровно 70 лет назад, полностью освободили Ленинград от блокады. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой
чужих дорог, стыдит сердце твоего снегу. Я молитвы тебе не помогу. Вернемся в тот праздничный день 27 января 1944 года. Освободителей города к этому времени встречали 560 тысяч жителей. В 5 раз меньше, чем в начале блокады. Около 900 дней длилась блокада и стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. Разве можно забыть эти дни? Они памятны всем. Никогда не забыть людей, положивших на алтарь Отечества ради победы самое дорогое – свою жизнь. И сегодня, в дни великого торжества, давайте вместе со всей страной и с ленинградцами почтим их священную память минутой молчания.
сидите у жены своей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. И еще буквально несколько слов от себя. Я хочу поблагодарить всех, кто в этот знаменательный день собрался в этом зале Российского центра науки и культуры, чтобы отметить 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Я просто уверен, что связь поколений не должна прерываться. И очень хочется, чтобы лет так через 30, не обязательно в этом зале, а в любом городе России или мира, где вы окажетесь, уже ваши выросшие дети сидели бы со своими подрастающими детьми и отмечали столетие освобождения Ленинграда. Спасибо, с праздником вас!